В объединении библиотек столицы республики стартовала акция «Книжные инвестиции». Жители могут принести книги из домашней библиотеки. Все подаренные экземпляры займут достойное место в книжном фонде районных библиотек. Книга – главный источник знаний, сокровищница мыслей. В наш век цифровых технологий держать в руках настоящую книгу – особое чувство. Благодаря ей мы познаем мир. Возможно, ваша книга позволит кому-то из читателей библиотек узнать что-то новое. Организаторы акции приглашают присоединиться к ней всех любителей чтения. Книги можно приносить любые – новые, бывшие в употреблении, разных жанров и для разных возрастов. Первыми дарителями стали работники Министерства сельского хозяйства. Сельские библиотеки зачастую являются единственными в селе центрами культуры, информации. Мы понимаем, что публичным библиотекам на селе, и не только на селе. Самое главное – это иметь хороший полноценный фонд периодических изданий и книжных изданий. Пополнить фонд библиотек поспешил и Михаил Арсентьевич Григорьев. В его личной библиотеке уже более 5000 книг. Некоторыми из них он готов поделиться. А книжные инвестиции он узнал от сотрудников Центральной библиотеки имени Маяковского. Когда уже на пенсию вышел, и я в деревню начал ездить, с Ядринского района, село Иваново, и начал библиотеку сдавать эти собирать книги и отдавать в библиотеку сельскую, Ивановскую. Каждый год по 3-4 коробки отдаю. Собираю у друзей, у своих книг. Прочитанные книги подолгу потом пылятся на домашних полках. А ведь можно продлить им жизнь, подарив библиотеке. Книжные инвестиции – это беспроигрышный вариант. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошеин, Республика.